Реальная помощь детям с особенностями развития здоровья появилась в нашем городе. Лека в переводе со шведского означает «игра», «тека» – «хранилище». То есть лекотека – это помещение, где можно играть и общаться со специалистами. Социализация детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, является важной и актуальной проблемой психолого-педагогического сопровождения. Работа с такими детьми и их семьями – дело очень сложное. Это связано не только с характером патологии и возрастом ребенка, но и с необходимостью тесного сотрудничества с семьей или другими взрослыми, ответственными за уход и воспитание. 28 ноября 2014 года состоялось открытие самой первой комнаты в нашем городе в саду номер 9, спонсором которой выступила компания «Полиметалл». В первую очередь хотелось бы отметить, что все-таки это все впечатляет. Я думаю, что дети будут довольны, и комната никогда не будет пустой. Польза, думаю, что от этого мероприятия тоже будет огромной в плане развития детей, в плане их умственного, интеллектуального развития. Почему вложили деньги в это дело? Дети – наше будущее. Поэтому все для них. Проект этот шел трудно, и тем не менее мы его освоили. На сегодняшний день дети смогут заниматься не только, которые посещают наши дошкольные учреждения, но и дети, которые просто дети нашего города. Посещать комнату психологической разгрузки будут дети с ограниченными возможностями здоровья, с опорно-двигательной патологией, задержками психомоторного и эмоционального развития, нарушениями зрения, слуха и речи. Реабилитационные занятия будут проводить психологи, логопеды и коррекционные педагоги. На сегодняшний день в нашем городе числятся 19 детей, которые имеют различные диагнозы по нарушению эмоциональной сферы интеллектуального развития. Впечатление очень хорошее, действительно. Вот эти вещи, они очень полезны, развивающие вещи для детей. Мы же знаем, что дети, они немножко разные все равно все. Есть разный уровень развития, есть задержки в развитии, есть там проблемы физические, там, психологические у детей. В сложном мире сейчас живем. Поэтому такие вещи, как вот лекотека, которую сегодня вот открыли, они помогают детям адаптироваться в этом мире. Ну, приятно, что компания «Полиметалл» действительно у нас очень серьезный партнер в плане социального партнерства. Очень активно участвует в реализации данных проектов. Ну, считаю, это только на пользу детям, на радость родителям. Пузырьковая колонна, светящийся дождь, сухой бассейн с шариками, светящиеся панели для рисования песком, для рисования красками на воде, мягкие пуфы и многие другие затейливые приспособления будут радовать детей на занятиях в сенсорной комнате. Ребята смогут наблюдать зрительные образы, слушать расслабляющую музыку и лежа на массажных креслах вдыхать ароматы эфирных масел. Воспитанники дошкольного учреждения поделились своими впечатлениями. Мне понравилось рисовать песком. Мне нравится, мне нравится музыкальный уголок. Мне очень нравится этот уголок. Мне понравилось рисовать на воде. Мне понравилась световая колонна. Спасибо, «Полиметалл», что сделали такую комнату. Мы очень рады, что у нас появилась такая комната. Специалисты лекотеки реализуют индивидуально ориентированные коррекционно-развивающие программы и проводят работу по психологическому сопровождению семьи, преимущественно в процессе игровой деятельности. Ирина Жданова, Сергей Жиренков, телеканал «Амурск».